И снова здравствуйте, говорит и показывает стадион Политехник, заключительный матч, конечно же, в мае он уже давно у нас прошел, заключительный матч 18-го Тутина, встреча 18-го Тутина, атаки 1-0, Денис Коробейников. Очка Герасимов еще раз парирует. Там, там... Ни у кого сомнений в этом нет. We'll be right back.
Подводим итоги матча Промрыновая СБР. Победа строителей со счетом 5-1. Максим Чесноков, Денис Коробейников. Денис, ну давай твое краткое резюме по горячим следам. Много не забили. Ну, пока у парней в первом тайме было еще, не ремонт силы, там мало замен у них. Мы более-менее какой-то футбол еще показывали. На контриках там цеплялись впереди. А так, конечно, ну, в принципе, сегодня было не очень тяжело. Вот. Ну да, действительно, краткое резюме. Я как раз хотел тебя спросить по поводу, почему предыдущая игра так сложилась тяжело. Там вы с минимальной победой, да, с минимальным счетом победили 3-2. И по сравнению с этой. В первом круге? Да, в первом круге. А мы думали 4-3. Ну, не знаю, у них они в первом круге, вроде у них и явка была лучше, ну, по крайней мере, на наш матч, да, и погода, может, другая была, не знаю. Разные матчи, разные круги, мы, может быть, даже где-то уже сейчас начали набирать, потому что на город хорошо играем, здесь вроде много моментов создаем, пока что реализация хромает. Ну, я вот бы отметил шикарный трансфер в межсезонье Филиппа Воздрагана, ну, прямо очень хорош, усилил, в каждом матче раздает, забивает, ты что скажешь? Очень нравится, как играет. Парень молодец. Конечно, вообще влился в команду хорошо. Конечно, еще не проставился, но все впереди, я думаю. Вот. А так парень очень нравится, очень хороший. Или все-таки дает свое то, что вы начали тренироваться на политехе? Да нет, какая разница, где тренироваться-то? Поле везде одинаковое. Поэтому не-не. Максим, твое краткое резюме. Ну, пока мы, как поезд без тормозов, катимся на дно, у нас катастрофа просто с травмами. У нас там один спрыгнул с парашюта, сломал ногу, у второго треснуло ребро, третьему где-то на турнире какой-то чудак давал передачу, у него связки порвались. Ну, то есть, как бы свой же игрок мячом, передачей связки порвал человеку. Но и поэтому у нас действительно в этом большая катастрофа. Мы старались, и в трансферное окно заявили трех ребят, они сегодня все были. К сожалению, у нас сегодня на игре не получилось показать два одинаковых тайма. СБР нас полностью переиграл, второй тайм уже просто нас в принципе возили. И у нас даже не то, чтобы даже простых вещей там на Илью не получалось, поэтому... Конечно, с двумя заменами, с таким сбором тяжело рассчитывать на какой-то оптимистичный результат. Но и индивидуальные ошибки в центре поля. На нас очень сильно влияет Алексей Лаврухин. Как только человек в форме, у нас все хорошо. И когда он показывает там, хороший футбол, у нас все хорошо. Как только у Лехи где-то что-то не идет, то для нас это сразу превращается в какой-то, повторюсь еще раз, в катастрофу. Вот. Ну, больше сказать, наверное, нечего. Постараемся сейчас, там, первое, что нужно будет, над сбором поработать к Досте. Понимаем, что фантазия уже нас опередила. Мы, кстати, свалились там в зону вылета. Вот, поэтому, да, тяжело, эмоции не самые лучшие, у меня завтра день рождения будет, парни мне подарок не сделали, вот, но надеюсь, что мы собрались в баню сходить на следующей неделе, вот, поэтому, ну, посмотрим, скорее всего, нужны какие-то вещи такие, командообразующие, потому что в целом чувствуется еще, что с точки зрения как бы эмоций у нас проблема эмоциональная. Мы где-то, мне кажется, в каком-то плане немножко перегорели. Не поверишь, мы сегодня с Иваном Канаевым делились как с опытом по этому поводу, по поводу дня рождения, и сошлись, что редко именно накануне дня рождения получается у команды сделать подарок. У нас с ним, да, 20-летний стаж, поэтому не расстраивайся, это совершенно обычная история. Заикнулся ты о новичках, можешь как-то оценить их игру или еще рано по одному матчу делать выводы?
Да, по одному матчу понятно, что рано делать выводы. Данька черный молодец, очень понравился. В целом, я думаю, что очень поможет нам закрыть там. И он сегодня там не на своей совсем позиции играл, играл с Бровки. Так он должен нам, конечно, страховать Илью. Вот. По двум другим ребятам, но рано судить. Сегодня были как бы индивидуальные ошибки. И в целом пока по, ну, как бы тому, что мы, наверное, как бы ждем. Ну, сложно оценивать. Мы, когда мы проигрываешь 1-5, как бы сложно персонали оценивать. Поэтому не буду ничего оценивать. Давайте посмотрим на дистанции, что из этого получится. Ну, это заключительный вопрос. Сегодня в какой-то момент второго тайма у Ильи Балакирева отвалилась восьмерка, и он стал номер один. Балакирев номер один? Я сейчас так скажу. Вот Илья, ему, как и мне, наверное, в футболе, мы с ним довольно похожи, только я на вратарской линии, а он впереди. И мы с ним моментально похожи. У нас есть проблема такая в голове какая-то. Он, ну, нестабильный, так же, как и я нестабильный. Поэтому если он добавит в этом компоненте, он будет реально номером один. Вчера мы с ним в другом турнире играли. Он там три забил, за все цеплялся. Сегодня там, ну, не получилось ничего. Да? Поэтому стабильности прибавит. Я уже там несколько раз это говорил. Будет топчик. Вот. Спасибо, ребят. Спасибо.